Таланта у меня ноль. Нету опыта пока. Очков. Так-то у меня уровень уже 98. Чё, кто-то здесь сейчас будет? Сейчас, походу, кто-то здесь будет. Хедшот. Отдыхайте, ребята. Так, вон там чувак есть какой-то. Умер? Нет. Теперь умер. Ага, так. Что такое? Ух ты! Зараза, бежим быстрее, быстрее, быстрее! Хелп! Ты кто такой? Перезаряжайся ты, господи, быстрее, блин. Умер, блин, отлично, свалил его. Так, патроны кончаются. Нелегко было. Это да. Так, там еще кто-то есть. Так, у меня какое-то горение. Чё за горение? Пекс. Вон там чувак еще есть. Оп-оп, чё здесь такое? Опыт. Таланты. Этот прокачаем до конца. Я стараюсь все по 10 прокачивать, чтобы был. Следующий.
Здесь ничего нет. Здесь я все забрал. Так, где он? Так, мне опыт дали, надо прокачать. Справился. Так, это что у нас такое? Обжора. Повышает скорость использования предметов. Катализатор. Повышает шанс наложить эффект на врага. Повышает здоровье при получении ранения. Вот это вот прокачаем. То есть повышать здоровье при ранении. Типа вампиризм, что ли, я так предполагаю. Камень баланса. Новый предмет. Повышает урон, но это мне не надо. Так, смотрим. Куда нам идти лучше? Может быть, вот сюда вот схожу. Прячутся, фига себе. Чё это какую-то молнию запустил какую-то? Ага, типа босса. Так, патроны кончились. Оба. Так, один патрон. Справился. Чё, у меня последнее сердце заюзал. Ладно, сейчас еще возьмем.
Какой-то проход, чё, ладно, зайдем в него. Ага, сейчас босс походу какой-то будет. Все готовятся. Смотрите, надо его завалить. Опа. Блин, у меня хп мало. Прыгай. Так, меня кто-то бьет. Ага. Ах ты зараза, еще прям у меня офигеть они тут. Есть.
Колокольчик призывателя. Ноги на месте. Да, это победа. Для модификатора можно использовать. Так, таланты. Чё, бежим? Мы его кое-как звали, блин. Не хватает места. Все, отлично, перемещаемся. Так, это я куда-то с другой стороны попал. Ого, все, ворота открылись, ворота были заперты. Надо к этому чувачку подойти сейчас. Я не... Я могу помочь ему что-то найти. А он умен, раз ищет меня. Да-да, у нас... Я не... Нашего стража больше нет. Его убил факультет. Такой же, как ты. Он лишил нас защитника, чтобы увести врага из своего мира в наш. Говорят, поэтому деревья теперь против нас. Вокруг древа Тейн выстроен дворец, а у подножия великого древа стоит трон императрицы. Лишь она решает, кто получит плод. Ей одной известно о болезни древа. Леймеры предают мертвых фавнов в земле, особенно представители знати. Но они тайно проводят опыты на тех, кто некогда вкусил плод древа. Это приказ императрицы. Она пытается найти причину болезни. Имя императрицы — Джина. Она первой нашла древо жизни и получила вечную жизнь. Это она контролирует знать, кормя их объедками плодов бессмертия. Я расскажу тебе о первом факультете в нашем мире,
короле Крел. Он пришел за великим даром, но не плодом древа, нет, а чтобы забрать жизнь врага, что похитил его дочь. Императрица дала ему тыкву из глубин корней Тейна. Немногим известно, но именно тогда древо заболело, и потому Пакультек прокляты. И хотя многие из знати живут очень долго, бессмертных среди них всего пара дюжин. Это спутники императрицы, что вкусили плоды древа жизни одними из первых и едят их до сих пор. Все представители знати ведут свой род от бессмертных. Да-да, у нас, Пакультек, хорошая сделка. Я не... А он... Такс, я вот здесь. Я был здесь, потом вот мне, здесь, телепортировался сюда, а теперь вот наверх надо идти. Вон туда надо идти, я так думаю. Здесь ничего нет. Так. Идем тогда вот сюда, наверное. Что-то я уже заблудился здесь. Нет, нам лучше вон туда. Да. Так, а здесь, 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 там я был. Вот сюда вот идем. Ну, босса здесь, а может босс появится сейчас. Надо перезарядиться!
Но его, походу, не будет этого босса. Мы справились! Вчера пулемет кит поставил. Некуда класть. Промазал, а нифига. Нужны вещички? Береги себя. Что еще? Надеюсь, оно того стоит. Песнь мечей. Все, закончили. Да отстань ты от меня со своей болтовней. До встречи. А, рад тебя видеть. Да? Обращай. Все, закончили. Что тебе нужно? Так. Береги себя.